тишина в течение миллионов лет, закалка при несколько тысяч градусов. Мы содействуем гармоничному развитию человечества и природы посредством превосходных энергосберегающих товаров. Мы растапливаем и совершенствуем ресурсы. Мы защищаем окружающую среду. Мы оплачиваем планете природные энергии. Каждый день мы ищем больше возможностей. На основе таких исследовательских платформ, как Национально признанный научно-исследовательский центр предприятия, Национальная лаборатория, Постдокторская научно-исследовательская станция и другие, мы постоянно запускаем новые продукции и приобрели уже более 100 патентов. Наши самостоятельно разработанные цирконевые волокнистые изделия, керамическая волокнистая бумага, композитный модуль из керамического волокна и керамические плиты для изоляции зданий были оценены как National Kane New Product. Наши одеяла из глинозема и одеяла из растворимого волокна заполнили пробел в Китае и достигли передового уровня в мире. Сегодня, опираясь на многомерные международные стратегии в аспектах кадровых ресурсов, технологий, рынка и управления, компания «Луянь» превратилась в всемирно известного поставщика энергосберегающих и экологических материалов, поставщика услуг энергосберегающих решений. «Луянь» является крупнейшей производственной базой керамических волокон в Азии и лидером в индустрии неорганических волокнистых материалов в Китае. Мы твердо верим, что бренд является самым ценным богатством «Луяня». За брендом стоит управление, а ядром управления являются стандарты. Мы внедряем высокие стандарты качества. Мы постоянно предоставляем клиентам высококачественные и конкурентоспособные продукции. Мы преследуем отличные технические стандарты, стабильное сырье, передовые технологии, современное оборудование, прекрасную защиту электропитания и стандартные меры безопасности. Обеспечение мирового уровня производственных стандартов для наших клиентов – наша постоянная цель. Придерживаясь беспроигрышных маркетинговых стандартов, мы сегментируем потребительный рынок на сегменты, обогащаем режим сотрудничества, придерживаемся добросовестного обслуживания, удовлетворяем различные требования клиентов путем разнообразных и дифференцированных режимов обслуживания. Сосредоточив внимание на технологии продукции и потребности клиентов, мы разработали 9 категорий, сотни разновидностей огнеупорных и теплозащитных изделий, в том числе ваты, одеяла, кирпич, плиты, бумага, текстили и литьевой материал. У нас широкий ассортимент неорганических волокон, в том числе алюмосиликатное волокно, базальтовое волокно, глиноземное волокно, растворимое волокно и другие. Мы предоставляем нашим клиентам профессиональные услуги, удовлетворяем индивидуальные запросы и потребности. Богатый опыт эксплуатации. Мы можем обеспечить комплексное огнеупорное и теплоизоляционное для таких традиционных отраслей промышленности, как нефтехимия, металлургия, цветные металлы, электричество, строительные материалы, судостроительство, цемент, керамика, стекло и так далее. Непрерывные инновации. Мы постоянно улучшаем огнеустойкость, теплоизоляционную способность наших изделий, решаем проблемы отраслей, расширяем сферы применения наших изделий и успешно развиваем новый и высокотехнологический рынок в таких отраслях, как солнечная энергетика, магнитные материалы, ядерная энергетика, автомобильная промышленность, бытовая техника, тепловая сеть и другие. Сильная способность дизайна. Мы имеем профессиональную команду конструкторов. Полностью сотрудничаем с крупными проектно-конструкторскими институтами Китая и постоянно оптимизируем структуру применения для удовлетворения потребностей наших клиентов. И в то же время мы уделяем большое внимание предоставлению услуг.
помогаем нашим клиентам улучшать их дизайн и преодолеть технические проблемы, предлагать им систематический индивидуальный сервис, солидная исследовательская база, наши продукции серии керамических волокон, серии растворимых волокон, серии из волокон, содержащих цирконий, и серии из клинозема всегда являются первым выбором. Печей высокотемпературной промышленности, особенно глиноземные изделия, могут выдерживать очень высокую температуру, почти 1600 градусов. Наноборд Бейкер, нанометрические плиты БЭК, изоляционное одеяло, аэрогеля и другие новые наноматериалы, имеющие относительно низкий коэффициент теплопроводности, позволяет в значительной степени снизить температуру стенки печи и повысить коэффициент полезного использования энергии, обладая отличным водостойким свойством. Защитное одеяло из гидрофобного волокна, из магнезиальных силикатов и другие гидрофобные изделия обеспечивают эффективное сохранение тепла для наружного теплового энергетического оборудования. Мы производим детали из керамического волокна, неорганические плиты, плиты с высокой плотностью, текстильные изделия и другие продукции глубокой переработки. Мы предоставляем пользователям комплексные и индивидуальные услуги и помогаем решать частичную теплоизоляцию тепломеханических оборудований. Никогда не перестанем бороться. Всегда упорно двигаемся вперед. С 1995 года наша компания всегда является лидером в своей отрасли по масштабам, технологиям, разнообразию и эффективности в Китае и входит в тройку лидеров в производстве керамических волокон в мире. Наша продукция